Темпы вакцинации населения от коронавируса обсудили на еженедельном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов сообщил, что в муниципалитете первым компонентом вакцины «Спутник Ви» привито 27 217 жителей округа, вторым – 16 922 жителя. Открыто 12 стационарных прививочных пунктов, ведется плотная работа с крупными предприятиями. В число приоритетных задач входит вакцинация граждан старше 60 лет.